Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена неделей карантина, поэтому общественный транспорт Волгограда уменьшил количество рейсов, трамваев и троллейбусов. До следующей недели транспорт будет работать в режиме выходного дня. Почти все троллейбусы и трамваи заканчивают работу в районе 9 часов вечера. Эти меры направлены на то, чтобы волгоградцы придерживались карантина и максимально сократили выходы из дома. Анна Дребнева, Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».